В области при поддержке областного акимата пройдет конкурс на лучший детектив имени основателя детективного жанра Кемеля Токаева. Кемель Токаев – ветеран войны, командовал роты автоматчиков в танковых войсках, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Беларусь, Украину, Польшу. За мужество удостоен 2 орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, 2 медалью за отвагу. Он также внес свой вклад в развитие литературы и является основателем детективного жанра. Им написано более 10 детективов. Конкурс имени Кемеля Токаева уже вошел в традицию. Ежегодно он собирает пробующих перо в этом жанре. Наша совместная работа «Первый наш детектив» носит документальный характер. Она написана на основе архивных материалов. Считаю, что такие конкурсы нужны для развития детективного жанра, который пользуется большой популярностью среди читателей.